Всем добрый день! Сегодня мой лайфхак касается нанесения тонального средства с эффектом светящейся кожи. В данном случае я использую два продукта. Это основа сияющая под макияж от Pro Makeup Lab и тональный флюид от Makeup Forever, мой любимый. Оба средства мои любимые. Что нужно сделать? Вы берете тыльную сторону руки. Я сначала выдавливаю небольшое количество сияющей основы. И выдавливаю в эту же каплю. Ну, практически равнозначное количество. Все зависит от того, насколько сильно и качественно вы хотите перекрыть вашу кожу. Моя любимая кисть. Кстати, такая кисть у меня есть в продаже в моем магазинчике. Вы можете ее приобрести. Так же, как и сияющую основу под макияж. Вот видите, я ее перемешиваю. Их, вернее, перемешиваю на руке. Получается вот такая масса. Набиваю в кисть. И я начинаю наносить с носа, потому что... В моем правиле это сначала наносить с той зоны, которая больше всего требует маскировки, будем так говорить. Легкими движениями, как видите, практически не трогая, не сдвигая кожу, я наношу полностью вместе с веками. Пряча и темные круги. Под глазами тоже. Кисть настолько комфортная, что позволяет работать полностью со всей кожей. Естественно, движение, поскольку я еще и косметолог, движения все направлены от центра к периферии. Поскольку недостатков больше всего это именно в зоне носа, это купероз, это комедоны, поэтому акцент идет именно у меня на зоне носа. Ну и темные круги под глазами, конечно же. И уже остатки я тушую на лоб, а иногда вообще лоб не трогаю. Ну вот видите, чистая рука. До встречи!